вы на канале Минимал. И сегодня мы открываем опыты. Опыты. И как эти опыты называются? Привет, привет всем. Жвачка для рук. И мы сегодня с Настеной. Настена уже открывает, молодец. Там скотч, наверное, да? Итак, мы сегодня будем делать научные развлечения. Это жвачка для рук. Но мы покупали готовую, а сегодня мы будем делать ее, да? Что там в коробочке? Сейчас мы посмотрим, что там такое. О, два стаканчика. Так, это хорошо. Что мы будем делать со стаканчиками? Дальше. Инструкция там есть какая-нибудь? Нету. Какая-то вот бумажечка. Это краситель. Походу, он будет желтый. Ясно. Какая-то вот тетраборат натрия. Крышечка. Вот такая вот пачечка. Крышечка. Какая-то мерная вот такая вот, ну, не знаю, крышечка. 5 миллилитров, 10 миллилитров, 15 миллилитров. Вот такая баночка. Я что-то думаю, здесь клей, да, ПВА. Вот клей ПВА здесь написано. Итак, какая-нибудь инструкция бы нам надо была бы? Сейчас мы посмотрим. Вот сумасшедшие ученые создали необычный пластилин. Он не держит форму, а медленно растекается, как очень вязкая жидкость. Попробуй. Понятно, тебе понадобится для набора. Так, налей 50 грамм клея в одноразовый стаканчик. Ну, мы сейчас так и сделаем. Мы должны налить 50 грамм клея. Да, Настен? С кем? Кто тебе сегодня помогает нам? Мини. Мини помогает. Классно, покажи Мини, скажи привет. Привет. Скажи привет, привет, привет. Всем у меня сегодня розовый бантик и фиолетовое платьечко. Да? Держи помощницу свою. Итак, 50 грамм. Ну, откуда же я знаю, сколько это 50 грамм? Подождите. Секундочку, 50 грамм. Угу. Я поняла. Налей во второй стакан 100 миллилитров теплой воды. Ага, ясненько. Значит, мы должны налить сюда... Настена сейчас... А, ладно, я сама сейчас попробую. 50 миллилитров. Ну, сколько же это 50 миллилитров будет? Ну, наверное, я что-то думаю, наверное, вот этот весь флакончик и будет... А ну, Настеночка, выливай. Вот так переворачивай и выливай весь клей. Держи. Ой. Нет, вот так. Давай я поставлю. Ты сейчас все выльешь сюда. Так? Так. Ой. Что там такое? Ну, аккуратненько. Так, ты наливай. А я сейчас принесу 100 миллилитров водички. Вау, супер. Ой, главное не вымазаться. Получилось? Нет, чего? Итак, я принесла водички. Что мы делаем дальше? Так, разведи в воде пищевой краситель на кончике ножа. То есть вот этот вот краситель мы должны совсем-совсем чуть-чуть. Сейчас мы его откроем. Ух ты, какой он оранжевый. Мы сейчас просто чуть-чуть вот так вот насыпем сюда, так как говорили, на кончике ножа. Ну, мы сейчас... Ну, я думаю, наверное, хватит. Да, вот такой, может, поярче чуть-чуть сделать. Ну, я могу чуть-чуть ярче сделать. Вот, получилась вот, вот такая вот у нас жидкость. Что мы делаем дальше? Угу. Теперь тебе понадобится секретный реагент, превращающий клей в ньютоновскую жидкость. Этот реагент
тетрабарат натрия. Или как его еще называют? Баракас. Баракс. Высыпать порошок баракса в стакан с теплой водой и тщательно перемешивать, чтобы все кристаллы растворились. Значит так. Мы берем вот этот вот пакетик и высыпаем в нашу тепленькую водичку. Ну, правильно же? Там больше ничего в коробочке нема, правильно? А, ну, не, все пусто, пусто. Наша коробочка пуста. Итак, мы высыпаем. Нет, еще есть ложечка. А, ложечка. И Настя будет аккуратненько перемешивать, держать одной ручкой. И аккуратно-аккуратно перемешивай. Так, перемешивай. Вот так, молодец, Настеночка, помощница ты моя. Итак, потом медленно, небольшими порциями доливать... Угу. Доливать раствор баракса в клей. Ага, а потом мы этот раствор будем выливать в клей. И постоянно перемешивать деревянной палочкой. Через несколько секунд клей начнет реагировать и станет похожим на резину. Возьми его в руку и некоторое время, разминая, поливая получившийся комочек. Поливая получившийся комочек остатками раствора боракса. Это делается для того, чтобы все молекулы ПВА вступили в реакцию. Ты узнаешь, необычный пластилин готов. Когда он перестанет прилипать к рукам. Все, теперь можно экспериментировать. Так, значит, что мы делаем? Мы сейчас хорошо размешиваем, а потом выливаем это все в клей ПВА. Да. Сейчас я попробую коробочку. Осталось ли у нас что-нибудь здесь? Не, Настёна молодец, справилась. А ничего тут уже нету. Так, все, значит, клея здесь уже нету. Так, что мы теперь делаем? Давай сюда мне. Сейчас мы чуть-чуть ниже опустим, чтобы было видно. Ой, желтые ручки. Ничего страшного. Так, давай мне деревянную палочку. Сейчас я еще немножечко... Интересно, под... что надо делать с деревянной палочкой? Ну вот, нужно ее туда в клей. Так, он не растворился еще, вот этот раствор. Буду ждать. Да, раствор получается вот тетрабарат натрия еще не растворился. Что-то его тут еще очень много. Я не знаю, может, он и не должен растворяться. Ну, в общем, мы его вот... Сейчас мы еще глянем, он должен раствориться или нет. Представляешь, чтобы все кристаллы... А, чтобы все кристаллы растворились. Угу. Понятно. Ну, еще не растворились. Это, наверное, еще надо мешать, мешать и мешать. Угу. Так, оно, видно, долго растворяется. Ух ты. Сейчас мы будем пробовать. Настёна пока покажет своих питомцев зоомагазина, да, Настя? А ну-ка, покажи. Я взяла палочку обклеить. Ну, ничего страшного. Где там наши питомцы? Они уже посушились, помылись? Нет, они не посушились, они тут сидели все время. Угу. У меня есть такая мяу-мяу-мяу кошечка. Кошечка мяу-мяу-мяу такая у Настёны есть, да? Ой! Она на ковре самолёте! Ух ты, какой ковер-самолёт у неё! Опытный ковер-самолёт! Флай, 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 летаю! Флай! Флай, флай! Какого цвета бантик у тебя на крыше? Вот на крыше твоего зоосалона. Какой цвет там бантик? Вот это? Угу. Красного. Как это по-английски? Red. Red. А какой рядышком? Какой-то зеленый там рядом бантик посерединке. Да. Какой это цвет называется по-английски? Как? Green. Green. А третий? Вот этот? Нет, вот тот. Вот этот? Конечно. Какой цвет?
как крыша вся цвет. По-русски как будет? Фиолет. Это по-английски фиолет. А... Фиолетовый? Да, фиолетовый. Ну, а что на мини? Это пинк, розовый. Понятно. Так, ну что мы сейчас будем потихонечку делать? Пытаться сейчас... Так, Настеночка, а ты мешай. Я тебе буду сейчас подливать, а ты бери, мешай, мешай, мешай. Мешай. Потихоньку я тебе буду подливать, а ты мешай вот эту вот... Ой, вся эта палочка в этом. Ну да. Смотри, мама. Да, интересная какая штука получается, как резиновая. Сейчас я тебе еще подолью. А Рома сидит и говорит, ой, какая интересная жидкость, да? Ух, какая, да, Ромочка? Наш попугайчик говорит, ух, какая жидкость интересная, да, Рома? Что это? А ну скажи. Рома думает, что шоколада хочет, наверное. Угу. Ну что, получается там у тебя? Наверное. Ну, клей еще есть. Ух ты, а ну да, я попробую помешать. Ух ты, такая штука интересная. Резиновая. Да, резиновая. Вот, она получается вот такая вот. Я даже не знаю, может, можно взять ее уже в руки? А ну, Настеночка. Ну, не знаю. Сейчас мы попробуем. Ух ты, какая она интересная. Сейчас мы ее попробуем взять в руки. Ух ты, ее надо вот так вот, наверное, разминать. Вот так, вот такая вот штука. Можно я попробую? Ой, она порвалась. Ее надо, наверное, соединить опять вместе. Такая интересная штука. Она как резиновая получилась. На, попробуй. То есть клей... Ой, у меня тоже порвалось. Ага, клей получается как-то он... Резиновый. Да, он стал каким-то таким... Ну, шарик из него не излепишь. Не, я... Да, она такая получилась, я даже не могу... Вон, она как прыгает. Такая штука интересная. Ну, честно сказать, я не знаю. Ну, чтобы жвачка с нее для рук, вот как мы покупали, с нее такого, наверное, не выйдет. Она вот такая... Даже не могу объяснить, что это. Она рвется, вот. Ну, такая странная жидкость. Может, надо, чтобы еще мы его поразминали. Как-то так она ломала. Какая-то такая интересная консистенция. Она получилась светло-желтого цвета. Светло-желтого цвета? Да. Ну, я не знаю. Наверное, надо еще, может быть, делать. И что-то с нее выйдет. Наверное. Как пахнет чем-то. Да? Запах не очень. Да, ну, я не знаю, это химическое какое-то такое, наверное, средство. Поэтому оно так пахнет. Ну, в общем, не знаю, может, его еще надо поразминать, и оно что-то получится с него. Вот такие вот тут опыты у нас, да? Вот она должна вообще на картинке, вот такая штучка получится. Ну, вот у нас такая, в принципе, получилась. Вот как сумасшедшие ученые показывают, вот они. Клей. Вот такая вот, в принципе, она у нас и получается. Вот. Ну, чтобы она рвется. Вот мы ее... Да? У тебя рвется? Смотрите. Ну, Настен? Да, она просто отрывается. Ну, не знаю. Вот такой вот у нас и сегодня интересный опыт. Ой, получилось. Мам, смотри. Да, она прыгает. Она такая резиновая, она прыгает. Тоже. Прикольно так. Ну вот, у меня тоже вот получается, что она рвется. Вот она ломается. Она просто... А попробуй, чтобы вот она у тебя прыгала. Чтобы прыгала. Сейчас я ее соединю. Вот это уберем сейчас мы. Итак, как она у нас прыгает? А ну-ка. Ну, прыгает вот так вот. Такой как мячик. Ну, вот такой вот у нас сегодня опыт. Пока-пока, подписывайся на канал. Мини Маус. Ставь пальчики вверх. Пока.